12-й бокс, у нас там целая трагедия. Давно у нас такого певца Витаса не было. Да, не волнуйся, все. Поедешь домой, поедешь. Все, поедешь домой. В ДТП попало две собаки. Одному досталось поменьше, а второму досталось хорошо. Ну, досталось хорошо так, что возможно и перелом лапы, возможно и трещина лапы. Ну, очень сильный ушиб головы был. Почему? Потому что юшка у него с носа текла конкретно. И сильное сотрясение было. Собаку вот как положили, так она в себя и не приходила. Даже голову не поднимала. То есть при попытке подняться к утру, там, в туалет сходить, он просто упал и все. К счастью, ему повезло. Если там перелом какой есть, то уже завтра будем смотреть, как там что. То, что в первую очередь бросили все силы на то, чтобы его успокоить. И нашлись его хозяева. Вчера хозяева приехали. Но он как узнал, что хозяева нашлись, он сидит тут и воет целый день. Сейчас буду звонить хозяевам и решать вопрос, что, может быть, придется его им домой забирать. Почему? Потому что, ну, мозги на место станут, а сердце лопнет. Ну и выть головой тоже ничего хорошего. Ну, что там у тебя такое случилось? Ну, друг к тебе он пришел, ну, снежок пришел к тебе, давай. А лапа, наверное, или вывих, или сломана, или что там, ну, что, тебе скучно? Давай, только не падать давай. Ну, что ты ругаешься, воешь целый день? Ну, нельзя тебе бегать еще. Нельзя бегать. Вот. Бегать нельзя, да. Вот. Что ты скучаешь? Вот такой шерсть. Вот, смотри сейчас, что будет жаловаться. Домой, к маме, к папе, да, Ред. Ред, домой. Ну все, приеду, тебя заберут, не переживай. Видишь, как трясется, волнуется. Да, зайка, да. Ну, что случилось? Да. Ну все, все. Все, дома тебя ждут, не переживай, ждут тебя дома. Все, приедут и заберут тебя. Да, ну иди, пожалуйста, иди. Ну все, лапка болит. Да, я посмотрю хоть. Ага. Да, вот тут либо очень сильный ушиб вот здесь вот у него, скорее всего. Вот. Не перелом, но ушиб сильный, очень сильный ушиб. Поэтому он не на лапу и не сломается. Ну все, все, все. И так плохо тебе. Ты так плачешь. Так, ну, домой надо. Ну все, домой, да, домой. Хорошо. Ну поедешь. Ну что делать? Они ж приезжали, все, сказали, что приедешь, домой поедешь. Заберут тебя. Надо посидеть чуть-чуть. Иди ты пообщайся чуть-чуть со Снежком. Давай. Успокой нервную систему. Все. Хорошо, они приедут за тобой. Все. Молодец. Нельзя такую истерику включать. Тебе сейчас волноваться не надо. Как вы думаете, собакам так же больно, как и людям при вот таких вот травмах? Я думаю, что все они понимают и все они чувствуют. И так же само скучают и жалуются, что он потерялся, что он дом ищет. Конечно, у него сильное волнение. Все, Рэдди, ну все, приедут, я тебе говорю. Да. Вот так вот собака переживает по дому. Найдет, все, тебя уже нашли, не переживай. Не выдумывай. Подожди-ка, ну-ка, дай-ка гляну. Слушай, я вот смотрю, он... Подожди-ка. Подожди. Стой, Макс. Надо светануть, его глаза не слепнет он часто. Да не, видит надо, глаза не. При такой сильной травме, во-первых, его друг не погиб, во-вторых, он легко отделался, у него работает челюсть, ничего не сломано, единственное, ушит лапу. Ну, лапу надо смотреть, я думаю, трещина какая-нибудь, потому что лапа-то кость у него целая, но очень сильный ушиб, перелома я не вижу здесь. Ну, как бы не чувствуется, а вот ушиб сильный есть, я думаю, пройдет. Все, все, Рэд, давай, молодец, хорошо. Давай, молодец, все, сидеть, место, дома будешь. Рэдди, все, молодец, сидеть. Ну, успокойся. Все, хорошо. Заберут они тебя. Ну, заберут, поедешь домой, все. Не переживай. Подождать надо, Рэд, подождать, все. Видишь, он не пытается убежать, он ищет поддержку.
Один боится оставаться. Все хорошо. Рэд. Алло. Алло, добрый день. Это вы хозяева Реда, да? Да. Слушайте, наверное, надо его забирать. Объясню почему. Ему стало еще лучше, чем вчера. Но я думаю, что ему дома будет лучше гораздо, чем здесь. Почему? Потому что он без остановки скаулит, воет вот так вот. Но нам-то это не мешает. А вопрос в чем? Ему-то на голову это отражается. Он очень сильно переживает. Он просто вот один не хочет совершенно оставаться. Я думаю, есть смысл его забрать. Ему легче будет. Перелома лапы я там не вижу, челюсти не вижу, там, скорее всего, ушиб. Если через некоторое время не пройдет, ну там, ну, ушиб сколько болеть может, ну, неделю какую. Если, ну, можно будет дня через 3, через 4 рентгеном сделать, посмотреть, что там, если лучше не станет. Ну, но лучше, наверное, забрать его, потому что он без остановки вообще. И у меня так сердце лопнет просто нафиг. Можно будет забрать? Да в любое время, как надумаете. Сегодня уже не получится, потому что сейчас там автобус, если вот на последний сеть, то потом назад очень поздно будет. То есть... Я понял. Да. Ну, приезжайте завтра, ну как получится. Я понял. Ну, все тогда. Спасибо, как думаешь, да? До свидания. Не, лапа не сломана. Ну все, все, он с человеком хочет быть. Видишь, что творит? Рэд, ну все, все. Ну не волнуйся ты так, все, успокойся, все, молодец. Пойдем. Пошли. Пойдем, ребят.